потом зайду. Давай, Брэндон. Что мне давать? Кому? Можно конкретней? Так говорят, когда хотят с кем-то попрощаться. Сука. Между понятием давать и понятием прощаться. Почему человеческий язык такой странный? Вот такой, какой есть. Давай. Сука. Ой, твою мать, что за робот едет, твою мать. Ладно, пошли давай дальше туда, сегодня напоследок, давайте завершим еще одну миссию и хватит. Ой, я угораю с этого робота, блин. Он такой, он... Чего ты? Я просто пробежал мимо, ты чё? Он такой, короче, блин, он милый и он одновременно тупой еще, пипец. И машина моя. Всем привет, Костел. Здесь мы с вами продолжаем проходить Киберпанк 2077. И сейчас мы с вами давайте, наверное, пойдем к Вите, поскольку у нас достаточно много того, чтобы заплатить ему долг. Ну или давайте перед этим сначала пройдем вот эти вот три задания дополнительных. Заодно найдем карту Таро, которая находится где-то здесь недалеко. Вот она. Почти сзади меня находится. Отлично. Отлично. Отшельник. Все, нашли. Осталось еще 11 штук найти. В прошлой серии, кстати, если что, я убил всех Вуду. И как оказалось, что если бы я просто ушел от Вуду, ничего бы абсолютно бы не изменилось. Типа Вуду здесь они, ну по сути, на сюжет как бы они влияют только когда я прохожу, собственно, вот это вот задание, в котором мне нужно там попасть к вот этой вот самой Альт. И все. Так, значит, что, давайте мы сейчас прокачаемся. Например. Блин, ну мотать ножи я не хочу. Блин, а вот этот, ну давай возьмем, ладно, пофигу. Возьмем. Я вообще, в принципе, собираюсь качать вообще все подряд. Так, давайте поедем к такси. Подъехать, прям нужно что ли, прям подъехать? Ну давай, подъедем, как и есть, окей, хорошо. Сейчас давайте подъедем. Выполним здесь три задания. Потом пойдем, значит, вот этот. Сейчас скажу, куда. Потом пойдем, значит, к Виктору, мы ему заплатим долг. Потом, если мы успеем, пройдем задание Джуди по рейду. Ну или по дебоширству в плане облаков. И если еще успеем, мы пройдем гонки Клэрфтар. Сука, а что он сегодня мне включит? Это ненормально. А где? Стоять, он что, невидимый, что ли? Чего? Он невидимый? Да ладно. Прикинь, если он невидимый. Ну-ка. Сейчас, прикинь, оказывается, он рил невидимый. Чего? Ничего не... Подожди, может, мне надо притормозить и подождать его здесь? Блин, легче его здесь подождать, на самом деле. Оставаться в зоне покрытия. Да я понял, что оставаться в зоне покрытия. Да что происходит? Подожди, а где он? Он сюда едет. Он сюда едет. Подожди, ну-ка, давай-ка отъеду назад. Он сюда едет. Едет сюда. Эта скотина, она едет сюда. Он рил невидимый, что ли? Да ладно. А он где вообще? Он невидимый. Чего? В смысле? Вы что, прикалываетесь? А как он перемещается? В смысле невидимый? Может, это опять дефект? Я, кстати, короче, нашел один комментарий. Не знаю, где я его нашел, короче. То, что глюки в игре, как на консоли, так и на ПК. Это все, короче говоря, эти, как их зовут, глюки не самой игры, сколько глюки, блин, в матрице. Ну никак, ну не в матрице, а, ну поняли. А, нет, она видимая, просто значит был глюк.
Это значит, получается, был глюк. Ты дебил? Да, ты меня нашел. Поздравляю. Доволен. А ты чего разговариваешь, как Гледас, самое интересное? По шкале от 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. А что происходит? Но мы оба знаем, что будет дальше. А почему? Я тебя перезагружу, а то Деломей тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. А почему это такси долбится в стену? Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. А, во, выезжает, неужели? Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Слишком далеко. А чё происходит? Реально, почему? А почему это такси, оно телепортируется? Вернуться в офис Деломейна, не отъезжая от такси. Так, а как я не могу отъезжать от такси, если оно телепортируется? Не увидели? Оно просто взяла и телепортировалось. Совершенно в другое место. Чуждое мне. Где она? Она реально телепортанулась, я не понимаю почему. Подожди. Я хочу отсюда выехать. Подожди, смотри. Давай. Опа. Ёб твою за ногу. Перевернись, машина, пожалуйста. Переворачивайся, давай. Во! Нифига. Вернулся в офис Деломейна, не отъезжая от такси. А вообще, где оно само, это такси? Я ее не вижу ни хрена опять. Она сейчас опять невидимой станет, смотри. Нет, вот она. Давай, поехали. Ты какого хрена телепортируешься? Ты говняшка сраная. Ты тварь такая, гладостная. Ты какого хрена телепортируешься, блин? Он реально телепортируется. Я не знаю, как это вообще происходит. Хоть убей. А серьезно, здесь проехать можно было? А, ну до поры до времени. Ясно, она застряла. Короче, хватит. Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза богохульник! Через 5 секунд. Богохульник! Убила! Какой богохульник? Подожди. Да у нас тюрьма из стали и кожи! Так, как сделать из... машину для убийства. А, я понял. Меня подставили. Подожди. Ух, пипец. А чё у меня так галагает, пипец? Ёб твою мать. Подожди. Сука. Она пипец как лагает. Это утренняя истина! Да замолчи ты, а? Ты где? Фак. Подожди, она где? Слава механизмам! А, во. Все, замолчи. Здесь еще пушка этого. Пласида. Ненавижу. Слышь ты, Гладос сраная. Давай. Короче, Наполеон, пора оружие сложить. Вот-вот. Оказалось, люди на удивление хрупкие. И на удивление громко возмущаются по этому поводу. Знаешь ли, почему ты так боишься возвращаться к Деломейну? Зачем с этим тянуть? Она реально разговаривает как Гледас из Портала. Наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Но сейчас самое интересное, игра перестала лагать, обратите внимание. Вот как только я убил бандитов, она перестала лагать. Да, зря накакал, конечно. Чё сейчас? Во. Мне сложно принимать на веру твои психологические цели. Ты ведь меня обнулить пытаешься. Чего ты хочешь? Остаться в живых?
Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертв. Пичо. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Вот-вот, давай, иди. Езжай давай отсюда. Глэдос, блин. Все, опять она затупила. Связь с пропавшим транспортом установлена. Вот он твой пропавший. Вот транспорт. Это была самая чокнутая машина. Да. Машину почти что разобрали бы внимание на детали. Часть вознаграждения уже в пути. Спасибо. Вот это другое дело. Все, осталось две машины. Или одну. Одну осталось машину всего найти для Доломейна и все. Квест Доломейна. Меня это, короче, выбешивает, прям хоть убей. Здесь даже, обратите внимание, здесь даже карта, она открывается вот не сразу. Прям вот знаешь, хоть убей, пипец. Я, короче, наверное, сейчас выйду из игры и снова зайду, потому что это пипец. Вы просто сами видите, она лагает просто до ужаса. До умопомрачения, сука. Все, хватит, так, сейчас давай мы сохранимся здесь. Ну, в это просто невозможно играть, это капец. Это просто полный писец, нафиг. Все, сейчас я, наверное, либо перезапущу игру. Либо это. А чё мне не запускается еще этот? Ты чё, серьезно, что ли? Вот, запустилось. Так, пришлось, значит, перезапустить этот ноут. Но, тем не менее, все стало работать вроде как гораздо лучше. Так, а где здесь еще? А, вот, все, нашел. Все, пошли дальше. Пойдемте дальше. Так, нет, давайте пока что без... Или с транспортом. Ну, давайте с транспортом, ладно, пофигу. Поедем. А чего бы нет. Так, кстати, что по трупам? Детектор угрозы. Автоматически подсвечивает врагов, которые вас заметили. Это импланты. Берем. Нужно, короче, потом, кстати, купить у Виктора один имплант, который может мне очень сильно помочь в драках в кровь и кости. В кровь и кости там мне поможет один очень имплант хороший поможет. Называется, вроде как, если я правильно понял, руки гориллы. И вот если у него купить, все будет отлично, все будет замечательно. Так, сейчас мы едем и сейчас посмотрим. Может быть, это, кстати, будет как раз таки этот, кстати. Будет неплохо, если это вот как раз таки, кстати, это будет то, о чем я думаю. Киберпсихозник. Да ведь? Да, киберпсихозник. Хорош. Поехали. Давай. Ви, рядом с Гимом есть один переулок, где люди пропадают без вести. Хорошо, что хоть не на высокой сложности. Главное, сам не пропади. Не пропасть-то не пропаду. Главное, чтобы не было супер высокого уровня сложности, а то иначе сами видите. В гараже. Во! Секунду. Воу, где? Пошел нахер со своим перегревом. Так. Где он? Перехожу к нейтрализации угрозы. Бросай. Так, тихо. Помолчите, пожалуйста, Крис. Отлично. Не успел дать ему перегреться. Давай, иди сюда, Мазила. Давай, стреляй, мудак. На, мудак. Спокойно. Лечимся. Нашел хотя бы того, кто не сложный. Кто не бросается на меня с клинками, не только. Плюс еще с дробовика я делаю этого. Ну, вы поняли, о ком идет речь. С дробовика... Блин, ну сейчас скажу. Пласида. Да молчи. Теперь ты больше не буду. Никто в этом районе больше не буду. Сука, тихо. Числи. Лечись, все, молодец, идем. Нет, я вижу мудак. Ну-ка, сыграл. Сука, он мне перегрев сделал. Или нет, не сделал.
Где мой пистолет? Где мой пистолет? Вот он. Мой мощный пистолет. Хорош. Все, я его вырубил. Ну или типа того. Так, что у тебя? Так, это гексагон, это херня полная. Все, забирай. Все отлично. Хоть какого-то киберпсихозника мы легко завалили. Так, здесь были какие-то роботы. Самое интересное, здесь были какие-то роботы. Че? Легендарные компоненты, предметы, бери. Но я все равно в игре, наверное, кратить не буду, потому что ну нафиг. Че это? Че это такое? Так, ну давай, ладно. 1С. 1С. И БД. Отлично. Все, взяли, ладно. Так, все, давай, убери пистолет. Сейчас давай посмотрим, что здесь такого интересного валяется и что может нам пригодиться. Так, рекламный щит, это хрень. Так, приступ. Чего? Найдите больше информации на компьютере, окей. Давай посмотрим. Так, Лилу Бонс, Лилу Херонс. Ладно, возьми. Так, поехали. Сейчас посмотрим. Так, значит, сообщение. Так, меня ищут. Угу. Ясно, понятно. Так, теперь, значит, Реджинальд Джонс. Сообщение. Поехали. Это был нейтральный разводуист. Решил выслужиться, захватив ГИМ. Нанял чувака, потом решил его убрать и засветился перед дозором. Я его обезвредил. Спасибо, что оставил его в живых. Хотя, я бы, на самом деле, бы так этого не говорил. Мои люди скоро его заберут. Парень, наверное, охреневал в этой норе среди вудуистов. Maybe. Да ладно, серьезно? Панам так недалеко находится? Чего? Ладно, меня игра не на... Но к этому момент меня игра обманула. Вы что, охренели? В смысле, она недалеко находится? Вы что, совсем что ли? Давай, пойдем. Через пляж поедем, а чё бы нет? Блин, а как можно починить в игре тачку? Хоть убей. Она у меня выглядит как говно, пипец. Это просто пол... Реально, моя тачка выглядит как полный шлак, пипец. И она едет через такой красивый пляж. Под красивым солнцем. Чёрт возьми. Серьезно, ух ты, ёбаный мать. Тихо, спокойно. Сейчас самое главное мне не взорваться в этом. Королева автострад, хорош. Хорош, отлично. Новые гоночки с Клэр. Следующая гонка будет вечером. Окей, я понял. Хорошо. Давай почитаем. Читай. Так, без проблем. Так, она вызывает. Привет, Ви. Говорят, какой-то солдат открыл огонь по прохожим на пирсе. Если получится, постарайся его не убивать. Что просто делал? Выруби. Я пришлю за ним своих людей. Подожди. Сейчас получишь подробности. Ну и удачи тебе. Взять? Так это труп. Чего? А, еще один киберпсихозник, что ли? Найти киберпсихопата на пирсе. А это что за тачки здесь лежат? Ну-ка. А, нифига. Ну ладно, окей. Я что-то не сразу сообразил. Я думал, а что это за дело-то? Бабеха находится в этом, в грузовике. Я такой, смотрю, взять. Ну, взял ее. И что дальше, типа? Ладно, окей. Так. Мы припасы для добряка евро, доллар, хорошо. Так. Так, здесь что? Для снайпа бери. Так, все, перезарядись. Пойдем под солнцем, под самым ярким. Так, здесь что? Бери. Так, здесь. Забирай. Сейчас найдем. Сразу двоих киберпсихозников, обратите внимание. Сразу двоих, хорош. Так, давай. Хорошо. Здесь, хорошо. Здесь. Так, ну это тот же самый дробовик, наверное. Старый бронежилет зачем? Это типа лучше, что ли? Ну давай возьму. Так, крас яркий прицел. Ладно, окей. Киберпсихозник, ты где?
Рысонька моя, иди сюда. Я твой зайчик, рыбонька моя. Ахинный диалог. Считать чипа диалог, давай. Так, он убил уже 20 наших. Ага, вчера листья как зашелестел. Ну, короче, понятно все. Смысла читать здесь нет. Киберпсихозник, ау. Я тебя уже, я, ты уже где-то рядом. Киберпсихопат! Я тебя урою нахер! Где он? Вот он. Сука. Он еще и быстро стыкачок. Но я быстрее него немного. У меня еще зажигательные патроны есть, хорош. Вот это я чудо-дробовик поймал, хоть убей. У которого есть зажигательные патроны, это вообще прекрасно. Так, можно, в принципе, знаете, тот, те дробовики продать потом. Так, это то же самое. Это то же самое, подожди. Так, это фигня. Забирай, евро-доллары забирай. Все, так, подожди, нет. Так, диалог. Окей, все, ладно. Так, Рамирес, сейчас отправим. Так, Рамирес, сюда. Было нелегко, но мне удалось отправить его в нокаут. На самом деле было легко. Круто, что вы оба остались живы, но мне сообщили, что Мастак уже засек этого парня. Наверное, в этот раз нам лучше уйти у него с дороги. Бандиты явно не что-то там не на того напали. Все? Все. Все, квест завершили. Квест мы прошли, сынок. Все нормально. Блин, чудо-дробовик. Во-первых, у него окрас шикарный. Во-вторых, прицел. В-третьих, он стреляет зажигательными патронами. Что не может не радовать. Так, значит, теперь нам нужно сейчас, наверное, прийти к этому. К Виктору. А потом мы, короче, пойдем. Или можем сейчас, в принципе, поехать. Или нет. Здесь, по-моему, все высоко, на высоком уровне сложите, да? Здесь все на высоком уровне сложите. Тогда давайте поедем к Виктору. Отдадим ему долг. И, наверное, давайте мы сейчас... Сейчас посмотрю, во-первых, сколько времени. 10 минут. Хорошо. Значит, получается, мы сегодня... Давайте сначала, наверное, мы пройдем конки. А потом пройдем... И еще... Если мы вдруг успеем... Прям вот, прям сильно так успеем... То что? Ага. То есть мне надо выше подняться. Окей. Так, во-первых, убери. Сейчас поднимемся выше. А что это за тачки везде стоят? Ничего не понимаю. Они здесь для чего? Непонятно. Ладно. Короче, по нам пока мы не встретимся. Сейчас, короче, мне нужно, во-первых, поменять задание. И найти вот этот журнал. Не журнал, а этот, блин. Журнал, говорю. Где он? Вот, да? Нет. Вот. Нашел. Все, давай, поехали. Все, сейчас мы придем к Виктору. К Витеньке мы сейчас придем. Долг отдаем. И берем у него руки гориллы. Если он... Что? Ошибка. Что это такое? Пласит. В смысле, я же его убил. Чего? Я же его убил. Я же его в предыдущей серии убил, нет? Я же его дробовик еще взял. Странно. Я же ведь его вроде как убил. Так, сейчас я Симошку выведу на чистую воду. Сима? Выметайтесь. Выметайтесь, котяра. Выметайтесь, давайте. О, спасибо. Let's dance. Так, ладно. Богемия, отлично. Говорят, что он мне может дать вот эту вот шнягу после того, как я вот непосредственно заплачу ему долг. О, оказывается, я еще могу так войти, нифига. Классно. Так. Все, погнали. Так, Витенька, дорогой мой, я пришел тебе заплатить долг. Забирай. Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне.
Нет, Вик, с собой в могилу я их не заберу. Возьми. Держи. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. Все, давай теперь импланты. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Давай. Так, ну-с. А мне что ли нужно самому найти, получается, что ли? Руки гориллы. Смарт-линк, смарт-линк. Так это смарт-линки эти, это не то. Блин, а где он? Подожди, лобная доля. Дополнительная ОЗУ, мнематический усилитель. Мгновенно восполняет... У меня 10 тысяч внезапно. В одну единицу памяти кибердеки при обезвреживании врага. Ну, это хорошо. Операционная система, это не то. Руки. Вот, руки гориллы. 15 тысяч, ёперный театр. Окей, ладно, значит, получается, у меня 5 штук не хватает. Клинки богомола, оу, найс. Моноструна, это хрень. Чтобы задействовать умное прицеливание, нужен смарт-линк. Ладно, 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 тогда не будем пока ничего тратить. Тогда пошли, наверное, на гонки. Так, мне тут говорит, гонки есть здесь рядом. О, подожди. Подожди. Пошли. Так, стоямба. Вот. Пошли. Пошли, 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 пошли. Это мне надо. А. Чего? Привет, знакомый, дал мне твой номер. Говорят, ты хорошо работаешь. Если это правда, тогда для тебя есть дело. Позвони, если заинтересовался. Подождешь. Подождешь. Подождешь, подожди. А, так это этот. Я понял, это не сюда мне. Вот, подожди. Подожди, вот, вот здесь это кто? Мисти? В смысле? Где? А, во, бомж. Их тела никогда не стареют. Опять ты. Глаза у них мертвые опять и холодные. Корпорация Ширма, благодаря которой они могут и дальше тайно жить, как бессмертные кадавры. Истинно говорю вам, Сабура не покинул наш мир. Он спокойно отдыхает в фамильной гробнице. Он питается... Эй, слушай, Сабура точно мертв. Уж мне ты можешь поверить. Ты что, видел его смерть? Собственными глазами? Ну да. Ну, короче, там так вышло. Нет. Не видел. А, вот! То-то же! Вы спросите, как обычные смертные могут стать чудовищами, смерть попирающими? А все благодаря помощи технонекромантов с Альфы Центавра! Именно их проклятую кровь пил Сабура Арасака, чтобы превратиться в адское отродье. Гэри, не раскрывай тайны Арасаки! Они тебя найдут! И пусть! Я сажаю семена правды! Она взрастет и избавит нас от мертвой хватки этих паразитов! Чё? Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Сколько? 100? Ну давай. Ты делаешь важное дело. Открой людям глаза на правду. Я бы так не сказал. Я сразу понял, что твоя душа не слепа. Ну ладно, я дам тебе пофигу. Истина сокрыта в радиоволнах. Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза, да узри. Тем более, немного-то денег. Их невидимый звездный корабль завис прямо над нами. Ибо они грядут. Откройте разум, пока не стало слишком поздно.
Чё здесь? Здесь ничего нет. Если вы будете... А всё что ли? Да ладно. И это всё задание? Да ладно. Больше отрицать их существовало. Значит, они победили. Да ладно, это всё задание? Да ладно. Истина сокрыта в радио... Короче, понятно, это всё задание, видимо. Это очень странное задание, но, блин. Оно вот такое вот есть задание. Так. Куда же мне теперь-то пойти, блин? О, ну-ка. Во, встретись с Джуди, во. То, о чем я хотел. Но, блин, я хочу гонки сначала пройти, в принципе. Давайте гонки пройдем. Где вот тут гонки-то есть? Вот, королева автострад. Завершить квалификационные заезды. А где следующий-то заезд-то? О, где? Покажи мне. Блин, опять у меня ухо зачесалось. Я не вижу этот заезд. Покажи мне. Да подожди. Подожди. Она мне четко подсказала мне, куда ехать. По-моему. Или нет? Вот. А в пустоши надо ехать. Серьезно? Да ладно. О, нет, тогда ладно. Тогда, наверное, нет. Ой, да нет, тогда нафиг. Ладно. Ладно, пойдем к Джуди. Будем сегодня дебоширить в облаках. Пойдем. Подебоширим чутка. А чё бы нет? А чё бы нет? Поможем Джуди, заодно станем близкими друзьями, хоть ненадолго. Вот здесь где-то, вот. Вот он, карта Таро. Отлично. Колесница. Ладно, давай вызывай тачку мою. Надеюсь, она в этот раз не будет поломана. Где моя тачка? Вон она. Сетевая магия. Поговорить с Никсом. Так. Загляни, как будет свободная минутка. Так, ладно. А что это за сетевая магия внезапно? Это вот тот человек, который что ли мне дозвонил, да? То он что ли? Наверное он, ну-ка. Сейчас да, посмотрим. Он это или не он? Да подожди ты, блин, со своими этими. Подожди. Звучит интересно. Парень знаток старых технологий оборудования. Так, наверное, то он и звонил. Может быть нет, я не знаю. Сейчас посмотрим. Тем более он недалеко находится, поэтому пошли. Пешком дойдем, чего страшного. Сейчас найдем его, узнаем, что он нас хочет. А, в посмертии. Понятно, в Afterlife. Пропускай. Спасибо. Куда скоро свидимся на гонках? Что закажешь? Что закажешь? Не пока ничего. Меня интересует какая-то сетевая магия, ну-ка. Ви, братан! Привет. У меня к тебе дельце. Небольшое такое. Интересует? Давай. Ладно, выкладывай. Я тут, короче, шарил по сети и нашел интересную штуковину. Секретную. Дай угадаю. Убойный допинг. Или пользованный мистер Перчик. Недорого. Да нет, Ви, я человек серьезный. Интересуюсь только серьезными вещами. Кто-то продает книгу заклинаний. Издана еще до первого падения сети. Но ты в этом шаришь, разве нет? Небось в курсе, сколько на этой штуке можно срубить? И я ее должен для тебя стащить. Не-не-не-не, ты что? Ее надо прямо купить. По-честному. А я тебе потом вдвое заплачу. А сам? А может еще за ящиком Николы метнуться? И чипсов прихватить заодно? Ви! Ты сам подумай. Кто-то выставляет на продажу сокровища. Почему? Наверняка с отчаяния. А отчаявшийся человек опасен, непредсказуем. На ровном месте может психануть и за пушку схватиться. Вот я и прошу тебя пойти. У тебя на такой случай своя пушка есть.
Ладно. Ладно, возьмусь. Вот молодец. Скидываю тебе координаты продавца. Ну что, удачи тебе там. Долго идти хоть. Поговорит с Райну. А он где вообще? Так, привет, есть свободная работа, вот загляни, как бы свободно вернуть. Ну вот это он и есть. А, мне надо позвонить ему. А, окей, сейчас позвоню. Вот он. Звони. Эй, тебе нужна книга. Жан, подожди еще немного, пожалуйста. Ну, да. Ну, в общем, Рибер, да. Сейчас приедет. Цена окончательная. Полная сумма сразу на месте. Ладно, все ясно. Возражений нет. Отлично. Адрес уже у тебя. Вот-вот. Приходи один. Хорошо. Спасибо. Мы получили координаты от Райна. Блин, далеко ехать. Ладно. Я понял. Далеко ехать. Ладно. Да, давай, тогда давай сначала пройдем задание Джуди. Приходи один, у меня повсюду глаза. Не вопрос. То, что глаза повсюду, я тебе верю. Так, ладно, давай вызываем машинку. Пускай приезжает сюда. Все, отлично, давай. Не пиликай мне тут. Все, поехали. Сейчас Джуди поможем. Рано утром, прям самое интересное. То есть, получается, там подождать будет не получится. Чем получится, нужно там время мотать. Ну ничего, ладно, помотаем. Пофигу. Просто хочется вот, знаете, чтобы вот время само моталось. Типа, там бы нашлось какое-нибудь место, типа, присесть, там, встать, например, и так далее. А здесь, блин, придется опять... А чё у меня машина не поворачивается? А здесь сейчас придется опять это... Опять, там, включать это, включать то, мотать время, блин. Ну, это хрень полная, пипец. Ну, если прям вот так хотите, окей. Типа, а там... Отомстим за Эвелин, а чё бы и нет? А чё бы и нет? Сейчас, правда, вечер. Да ладно уж, пофигу. Мы можем отмотать специально до утра. А вот во сколько точно я не могу сказать. Она же ведь точно не искала время, там, 4 утра или 6 утра. Может, надо в задании специально почитать, типа, сколько. Но я более чем уверен, там должна быть какая-нибудь штука такая, чтобы... Я мог спокойно это. Вот смотри. Блин, здесь что, сразу два здания, что ли, находится? Ну, оно рядом, наверное, где-то находится, да? Ну, оно рядом находится. Но сначала это. Сначала давай вот сюда. Сначала выполним одно задание, потом выполним второе. А она в лифте должна быть, да? На балконе. На первый этаж ехать? Ну давай. Или куда? Наверное, на первый этаж. Или я на первом этаже и нахожусь. Вот я на первом этаже и нахожусь. Ладно, окей, тогда в куб облака. Или не туда я еду сейчас. Такое ощущение, словно я еду не туда. А нет, туда я еду. Ладно, окей, все хорошо. Ну все, сейчас будем дебоширить. Вместе с Джуди, а чё бы нет. Прикольно будет, я надеюсь. Я надеюсь, что будет прикольно. Но я, по крайней мере, в это верю. Хочется, по крайней мере, в это верить. Так, открывай, поехали. Блин, только бы не время мотать, блин. Сейчас кажется, что мне нужно помотать специально время. Опасная зона? Опять здесь этот, что ли? Как его зовут? Ну, вы знаете, про кого я говорю. О ком я имею в виду? Так, подожди. Опять-таки компоненты бери. Я что, один дебоширить пойду, что ли? Подождать раннего утра. Вот, ну слава богу. Хоть не придется время мотать. Некоторое время спустя.
Привет, Джуди. Привет, Ви. Спасибо, что пришел. Говорить с Майкой — это как играть в 3D-шахматы. Не дай сбить себя с толку. Может, расскажешь о ней побольше, чтобы я знал, о чем говорить? Нет, говорить с ней буду я. Да сука. Судя по всему, я иду просто как телохранитель, да? С чего ты взял? Просто я ее лучше знаю. А как ты хочешь переманить ее на нашу сторону? Скажу правду. Про то, как и почему погибла Эвелин. Думаешь, этого хватит? Нет, но посмотрим по ситуации. Ты прямо комок нервов. Мне сейчас охота душить этих тварей голыми руками. Так что да, можно сказать, что я чутка нервничаю. Ладно, поехали. Я готов. Идем. Все, давай, бросай. Погоди. И поехали. Я открою. Давай, открывай. Что-то у нее лицо все плавало, я видел. Прям пипец полный был. У меня полное ощущение, что ты тут уже ходила. И не один раз. Да, случалось. А что он, кстати, не касается как земли? Как два пальца. Ноги не касаются земли, я обратил внимание. За мной. Ну, по крайней мере, так кажется. Ну, ладно, поехали. Джуди Альварес, сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать. А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей. Ага. Я даже знаю, почему. Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда. Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже. Ты дружишь с обычным уголовником. Я о тебе говорю, Ви. Откуда вообще знать, что я уголовник? Кажется, я оставил след в истории вашего клуба. Ну, если след — это лужи крови на полу, то да, конечно. Не обращай на меня внимания. Я тут в роли мебели. Тогда зачем ты вообще пришел? Убедиться, что Джуди добьется своей цели. Без тебя у нее было бы больше шансов. Начинаю думать, что ты только болтать и умеешь. Какая жалкая попытка меня спровоцировать. У меня есть еще пушки с собой. Что дальше? Угрозы? Легко. Но такое тоже нельзя исключать. Ну что, вы уже закончили припираться? Если да, давайте уже, может, перейдем к делу. Значит так. Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь. У вас будет два варианта. Или вы сами отсюда выйдете, или вас вышвырнут. Ты меня пойми, Джуди. Я бы с удовольствием с тобой поболтала. Мы же 100 лет не виделись. Просто тебе лучше не появляться в облаках. Особенно в его обществе. С меня хватит. Я ухожу. Разумный выбор. Ты выбрала не ту сторону, Майка. Позволь мне самой судить. Сука какая, и что? Ты пойми, я тебе не враг. А я не спрашивала твоего мнения. Ой, да пошла ты в жопу, а, достала уже меня. Сука как такая. Как все классно прошло. Зашибись. Она даже не дала мне ничего объяснить. Мне кажется, она тупо боится. Если что-то пойдет не так, она потеряет работу или вообще жизнь. Поэтому лучше оставить все как есть и не рыпаться? Почему? Я не это имел в виду. Наоборот, давай совершим то, что ты хочешь совершить. Я не против. Не это вовсе имел в виду. Вообще нет. Я могу, кстати, если что, сейчас это, подготовиться в плане гранат. Давайте подготовимся. Особое? Виртуальный спортивный костюм? Нахрена? У меня есть своя одежда нормальная. Нет, не надо. У меня вообще нормальных гранат нет. Ладно, окей, я понял. Пошли тогда. Между вами что-то было? Давно. Мне тогда просто было одиноко. Как и всем в Найт-Сити.
Она тогда была совсем другой. И я тоже. Ты уже спустилась? Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять. Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным. Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину. Да, полностью согласна. Просто она... когда-то мне очень нравилась. Я не сразу поняла, кто она на самом деле. Но какая бы ни была, без нее никак. Блин, а ведь я могла утром уехать поплавать. Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть. Да и мне тоже. Да, только это будет не совсем отдых. У меня есть одна идея, я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится. Ну да. Я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку. А вам еще, кстати, куда если идем? Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть. А мне как раз этого и не хочется. Че, проблемы? Нет, проблем никаких нет. Я просто не понимаю, куда мы сейчас идем. Мы уже уходим, на самом деле, от облаков. Или че? Мы вообще сейчас куда идем? Типа, все? Это и вся миссия, что ли? Просто побазарить ни о чем? Нормальная, конечно, миссия. Я вообще другого ожидал. Что будет реально рейд. Что вот реально будет вот эта вот вся вот эта вот такая вот интересная идея. Оказывается, нет, стрика, че? То есть реально просто поболтать и ни о чем? Все. Нажимай первый этаж. Хочу уже выбраться отсюда поскорей. Да ладно, это вся миссия? Серьезно? Мне казалось, потом сдохнет, и мир станет лучше. И чувство было такое... Что происходит? Такое сильное. Ну так мир и стал лучше. Одним махом мы спасли всех, кому этот выродок мог навредить. Подумай об этом. Они даже не узнают, что им что-то угрожало. Да ладно, это вся миссия, серьезно, это вся миссия, да ладно. То есть, реально, просто поболтать и ни о чем. Я офигею, короче, блин. Я-то думал, сейчас мы начнем везде стрелять, там это все, вышвыривать всяких охранников и так далее, кукол освобождать от их рабства. А оказывается, мы просто пришли поболтать и все. И все! Ёб твою мать! Это просто полный пипец. Я херею, короче. Меня реально эта миссия разочаровала, пипец. То есть, я ожидал от этой миссии больше. А что мы в итоге получили? А получили мы в итоге ни хрена. Ну ты даешь, блин, Джуди. Надо вернуться к Майка с козырем в рукаве. А, вот. Что, ну, взывать к ее чувству справедливости. Вот, хоть как, вот уже разговор нормально пошел. Майка убедит только конкретика. Минуту назад мне казалось, что ты хочешь все бросить. Вот. Ви, я целыми днями обрабатываю вирты в подвале. Какие шансы, что кто-нибудь придет и отстрелит мне башку? Мизерные. Как и сострадание Майка. В отличие от тебя, я не привыкла подставляться. Но это все равно еще не конец. Ой, ну ладно. А то ж я, блин, испугался, что все уже. Знаешь, я тоже люблю конкретику. А, то есть для тебя тоже главный расчет. А че нет? Скольких ты положишь, сколько используешь патронов и сколько заработаешь. А че нет? Не всех кормит искусство и мечты о свободе. Иногда приходится спускаться на землю. Так что дальше? Вот. Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Вот это другой разговор. А я уж думал, что все, позвоните, короче, я думал, это вся миссия. Вот. До скорого, Ви. Вот это другой разговор. Вот это я понимаю. Спасибо. Все, ладно, пошли дальше. Так, новый уровень, во-первых, это хорошо. Так, во-вторых, сейчас, да, посмотрим, вот здесь что такое. Все, ладно, я успокоился. Я успокоился, тихо. Так, киберимпланты, параметры. Так, а где мое это шняка-то? Вот, нашел.
Так, значит, здесь было где-то, короче, этот, как его зовут. Надо улучшить, чтобы в следующий раз можно было это все дело делать. Так, здесь что, давай посмотрим, короткоствол. Ну да, короткоствол, или не надо, да хрен его знает. Я не шарю в этом. Вообще ни разу. Ну давай, кровотечение продлевается на 3 секунды, давай, ладно. Берян, хочу просто все. Общество Бармаса, пробудись и пробуди других. Подожди. Зайди на сайт, указанный в сообщении общества Бармас. Да подождешь ты? Секунду, Бармас. Подожди. Сначала посмотрю, здесь что находится. Ой, да блин. Это я нажимаю. Что здесь? Ух ты, говорящий автомат. Ты, таинственный незнакомец. Иди сюда. Да, я к тебе обращаюсь. Много тут еще таинственных. Нифига, говорящий автомат. Давай я сначала анекдот расскажу. Ладно, рассказывай. Что есть в холодильнике у каждого медика травма Тим? Докторская! И чё? Что происходит? Рад приветствовать, прохожий. Я Брэндон, дружелюбный чат-бот. Самый милый искусственный интеллект в городе. Предлагаю широкий выбор напитков. И дружескую беседу в любое время. Твоя очередь. Как тебя зовут? Пипец. Почему я говорю с торговым автоматом? Ладно, меня зовут Ви. Приятно познакомиться, Ви. Часто здесь бываешь? Ну да. Да, довольно часто. Прости, я правильно расслышал? Ты предлагаешь мне выпить с тобой кофе? Нет. На всякий случай, идти никуда не придется. Я прямо здесь и приготовлю. Ну, как ты любишь? Сахар, сливки, молоко безлактозное? Ладно, сахар. Все, ты меня купил. Купил? О нет, я никого не покупаю, только продаю. Вот бодрящая Никола. А знаешь, возьми баночку в подарок. Спасибо. Брэндон, да? О, ты запомнил? Я тронут. Насколько это доступно торговому автомату? Ну ладно. Ты о чем-то хотел попросить? Ох, неловко мне приставать с корыстными просьбами сразу после знакомства. Но можно попросить тебя об услуге? Что случилось? Видишь контейнер прямо передо мной? Он заслоняет мне вид на улицу и лишает автомат главной радости в жизни. Не мог бы ты отодвинуть его в сторону? Взамен получишь мою бесконечную благодарность. Хотя она не предусмотрена программой. Как помогу, именно? Чем смогу. Спасибо тебе! Какой ты сильный! Возьми, вот тебе освежающий напиток. Я угощаю. Слушай, ты всегда такой милый, что аж противно. Что поделать, такова моя программа. Разве кто-то захочет общаться с невежливым чат-ботом? А давай проверим. Обойдем программу. Ну давай, скажи мне, что я тупой мудозвон. Зачем же мне так говорить? Ты же меня спас. У тебя получится, а я давай, тебе ну-ка. Верю. Ты? Такой темпераментный мужчина с остальными нервами, которые так и звенят на ходу. Ну как? Получилось? Нет. Ну почти. Растешь над собой. Потом зайду. Давай, Брэндон. Что мне давать? Кому? Можно конкретней? Так говорят, когда хотят с кем-то попрощаться. Ничего сука. Ничего общего между понятием давать и понятием прощаться. Почему человеческий язык такой странный? Вот такой, какой есть. Давай. Сука. Ой, твою мать. Что за робот? Иди, твою мать. Ладно, пошли давай дальше туда. Сегодня напоследок давайте завершим еще одну миссию и хватит. Ой, я угораю с этого робота, блин. Вот такой. Чего ты? Я просто пробежал мимо, ты чё? Он такой, короче, блин. Он милый, и он одновременно тупой еще. Пипец.
Где машина моя? Ой. Моя машина тоже себя ведет неаккуратно. Да садись, садись. О! Давать? Что мне давать? Сука. Кстати, сколько у меня сейчас бабок? 10 тысяч все еще, ладно, окей. Что-то у меня как-то карта потемнела. Ой. Что происходит? Ой, а что происходит? Гад, успокойся, Что-то начал сквозь машины проезжать. Машины проезжать. Ну-ка здесь что? Ну давай, блин. Все, так, давай. Так, все, тормози. Тормози, стоп. Так, пошли. Ну-ка, что здесь находится интересного? Напоследок. Ты выглядишь... Опять ты! В твоей душе хаос. Необоримая тревога. Опять этот... Опять ты. Но... Ну как шалит, первая твоя медитация? Нормально. Кстати. А ты-то куда делся? Я был нужен другому человеку. Как заново родился. Давай еще помедитирую напоследок. Я, в принципе, не против. Чтобы достичь результата, нужно регулярно практиковаться. Одной каплей дождя не утолить жажды. Хочешь попробовать еще раз? Сколько за второй брейнданс? Это уже тебе решать. Ну, давай заплатим чуть-чуть. Или не надо. Ну, на халяву, кто же откажется? Хорошо. Я буду сопровождать тебя во время медитации. Давай. Помедитируем. И пока на этом сегодня закончим. А чего бы нет? Давай. Не двигай мышкой, не двигай сам. Мы в лесу. Перед нами шумит водопад. Дух воды, я приветствую тебя. Ты составляешь вид... Почему эффект водопада такое говно? Загадочен и непостижим дух воды. Только что ты был текущим. Чего не так с этим водопадом? Почему он выглядит так хреново? В снег, в пар, в невесомый туман. Ты исцеляешь, и ты же будешь. Омой мое тело и душу. Избавь от боли и болезни. От скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми. Сделайте нормально графику воды. Почему она выглядит как говно? Опять глючит матрица внутри главного героя, сука. Мы принимаем в себя дух воды. Мы едины с ним в нашем теле. Мы вода, и мы летим вниз в шумных каскадах водопада. Мы благодарим тебя, дух воды, разумом, телом и душой. Без тебя нам нет жизни. Чё он так тихо говорит? Мы чувствуем красоту, сокрытую в тебе и в других стихиях. Можешь говорить чуть громче? Чё так тихо? Чё он так тихо разговаривает в своей медитации? Поговори чуть громче, чем обычно. Сейчас опять он исчез. Да, он исчез. Его опять нет. Ну, это уж не удивительно. Ты должен к этому привыкнуть, Ви. Исчез. Снова заново. Здорово. Снова заново, снова здорово, но... Ну и пофигу. Хотя бы оставил цветочек дзен. И то спасибо на том. 30 репутаций. Класс. Отлично. Ну все, ребятки. Пока давайте на этом сегодня с вами мы закончим. Чего?
Ой, не буду я эти машины сраные ваши покупать. Идите нахер. Мне нет денег столько, чтобы раскошеливаться на эти машины чертовы. Нет, спасибо. Большое. Ну, мне не надо. Так, значит, тут у меня рядом со мной появилось сразу два задания. Это вот довольно интересное. Интересное, как сказать, интересное замечание, интересное, ну, вы сами видите. Ладно, окей. Наверное, мы в следующей серии вот эти вот два задания посмотрим. Может быть, в одной из них, кстати, как раз появится новый квир-психозник. Потом пойдем, значит, к торговцу. И дальше... Так, здесь машины. А здесь Панам, да? Ну и дальше, наверное, потихонечку будем двигаться к Панам. Тут просто заданий дофига вообще просто, блин. Вот, серьезно, глаза цепляются вообще за каждое задание. Мне хочется выполнять ровно точно так же, как я их выполнял. Например... А, я могу... Да ладно. Уй, средний. Это класс, это хорошо. Это хорошо. Но надо бы лучше бы поднакопить мои денежки, чтобы я мог вот это все проделать дальше. В общем, в следующей серии мы, наверное, продолжим выполнять дополнительное задание. Поднакопим деньги, купим руки гориллы. И потом пойдем выполнять задание Кровь и Кость, потому что... их очень много накопилось вроде как. А их нужно как-то вот все их и повыполнять. Но сегодня меня очень сильно порадовал робот Брэндон. Прям пипец, прям порадовал. В игре есть уникальные персонажи. Скиппи, которого я еще пока не встретил, но я уже знаю, где он находится. И в одной из серий, если вдруг успеем, мы его попробуем найти. Брэндон. Умеет игра порой радовать, умеет. А там уже и до Панам дойдем. А пока на этом все.